на канале Мастер Кладки 95, я Аслан Азимов. Сегодня у нас начало 10 дня, поснимаю вам, как идет работа. Стабилизатор, мне его подарил наш заказчик, которому я строю этот дом, Асхаб. Сейчас мы проверим съемку со стабилизатором. Так, у нас день 10, как я уже сказал, и смотрим вот так картину. Впервые снимаю со стабилизатором, и интересно. Вот в руке он уже у меня болтается, а так... Так, здесь тоже дядя работал, леса подняв. Но здесь придется еще поднимать леса. Снаружи вот так идет работа. Так, надо включить слежение за объектом. Так, цель, допустим. Что, нету цели, да? Ладно. Ерунда. Так, еще надо научиться управлять этой ерундой. Так. Здесь еще я смогу чуток поработать. Немного, но думаю, ряда 3-4 выложу. Вчера у нас после обеда дождь пошел, ушли мы. И уже здесь завел эту сторону. Сегодня там еще я сделаю кладку, подниму вот эти струбцины, эти бруски, все это подниму. Вон там тоже практически закончились. Все это подниму и дальше, естественно, уйду на лицо, чтобы эркер заводить. Так, сейчас надо подниматься сюда. Мне интересно, столько камера болтается, а как она будет показывать? Так, эта часть. Струбцины надо поднять. Этот брусочек надо поднять. Видите? Если ставить вот такую струбцину, этот брусок, не знаю, как камера ловит, не ловит. Даже с таким кривым кирпичом можно очень четко поработать. И производительность очень улучшается. Насчет этого сделаю отдельный ролик про все это. Опа, шум пошел. Эту дверь решили убрать. То есть я ему сказал, что ты дверь сделал возле эркера. Заходишь там, сразу эркера, не знаю, как это выглядит. Вообще ни в какую не лезет. Вот такая ситуация. Вечером что сделаем, покажу.
Наценник ват. Так, друзья, вот на сегодня я закончил. Здесь я выложил ровно 1000 кирпичей. Потом, что я сделал? Пошел вон туда, видите, насколько высоко. Завел вот этот эркерный столб. Завтра уже установлю сюда подмостя и буду здесь работать. То есть завтра тоже у меня результат будет очень хороший, так как и здесь углы заведены. И вон с той стороны главный столб тоже заведен. То есть поднимая леску, здесь три ряда у меня уже получается 500 кирпичей. С учетом проемов, с учетом этим вообще где-то 600, если сюда вот эти завернуть. Вот так сегодня поработали. Вон там работал дядя, то есть с двух рядов с окон поднял. У него тоже где-то 1000 кирпичей выложил. Вот такая ситуация. А снимаю на стабилизаторе. Асхабу спасибо за стабилизатор. Вот такой план работы выполнен. Вот такой план работы выполнен на сегодня. Так что собираю вещи и домой. В машине меня ждут два недовольных рабочих, которые уже намылились домой. Вот так. На стабилизаторе съемка очень хорошая. Вот тут видите раствор темненький. Раз, два, три, четыре, пятый. Пятый тоже основу положил, короче. Вот. Вот так идет картина. Десятый день. Отлично идет.